Мне кажется, надо быть добрее прежде всего. Гасить в себе негатив, который у нас просто множится страшной силой, непонятно почему. И я это вижу, осознаю. Слушать хорошую музыку, классическую стараться слушать, народную музыку слушать. Заниматься спортом. Сейчас, слава богу, в России доступен спорт практически каждому. Ну и все. Я вот, когда мне совсем плохо, что я делаю? Я выхожу в метро Автозаводская и пешком иду до метро «Динамо». Вот это 10 километров, и я бы дошел до аэропорта, до речного вокзала. Но, к сожалению, у меня мозоли, я не могу из-за мозолей. Так я люблю очень ходить, я как страус. И никаких депрессий, все хорошо, сразу и спишь сладко. И никакие не нужны антидепрессанты. Вот я советую всем, кому тяжело, выходите, дорогие мои, и дуйте куда-нибудь очень далеко.